Забота и внимание о представителях старшего поколения не перестают быть одной из актуальных тем. По инициативе благотворительного фонда «Нурани» 24 пожилых человека из столицы были направлены в санаторий Янь-Июль для лечения сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. Поездка в оздоровительную зону началась с раннего утра. По прибытию в Янь-Июль представители почтенного возраста ознакомили с условиями, созданными в санатории. Здесь для каждого пациента имеется отдельная комната со всем необходимым оборудованием. Данный санаторий рассчитан на 300 мест. В нем работают около 50 квалифицированных медиков, специализирующихся на профилактике, лечении и терапии кардиологических заболеваний. Проявление такой заботы и уважения к пожилым людям, несомненно, является ярким примером для подрастающего поколения.